Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Бадди. И мы продолжаем проходить игру под названием Драйвер Сан-Франциско. И это уже 22-й выпуск. Ну что, начинаем. В этом выпуске мы, дорогие друзья, пройдем вот эти вот дополнительные задания, оставшиеся. Всего лишь их 4. Каких-то навсего. И у нас остается вот этот вот последнее задание, короче, сюжетное. И мы пройдем эту игру. И все. Осталось, ребята, совсем немного. Давай все-таки мы начнем с этого задания. Сразу скажу то, что будет в этом выпуске очень много фейлов с этим заданием, потому что оставшиеся вот эти задания очень-очень трудные. Так. Не менее 3 машин за 45 секунд. Мы должны перепрыгнуть. Воспроизводим задание. Сейчас выполним. Так, ну мы должны найти что-нибудь такое, вот фургон, что ли, тот. Или подъем какой-нибудь, я не знаю. Надо что-нибудь найти сначала, ребят. Сейчас. У меня есть, короче, идея одна. Мы отправляемся, короче, вот сюда, наверное. Сюда, что ли? Стоп, надо что-нибудь нормальное выбрать. Это более-менее. Если честно, да, это трудное задание как бы. Теперь я вот что хочу сделать. Поставляем сюда вот так вот машину. Подбираем это. Блин, все равно не получилось у нас. Да вообще пипец, не получается все равно, никак вообще, просто. Давайте здесь попробуем тогда выполнить задание. Потому что тут, видите, подъемы всякие. А, нет, не получилось. А вот и Джонни Ди. Па, ну ты добакливый. Это хорошо или плохо? Мама и судья? Так, видите, одну мы перепрыгнули. Тачку. Будем жечь резину, детка. Ты не посмеешь. А, не хватило. Пристегнись. О, мне нравится, когда ты мной командуешь. Не получилось опять. Да что ж ты делаешь? Видите, там просто машин нету. Не повезло. Посмотрим, что... Пипец просто. Это же не твоя тачка, верно? Ну и что? Она и не твоя тоже. Еще одну машину надо перепрыгнуть, и все, мы выполним. А ты быстро. Давай, пожалуйста, попадись, там мне тачка это нравится. Смотри сюда. Сейчас я зажгу по полной. Видите, нам не повезло. Просто, просто пока что не повезло. Как обидно, а? Ну, пожалуйста. Да! Да ладно! Вот сейчас нам капец повезло. Просто пипец. Очень повезло вам сейчас. Просто, да ладно, неожиданно очень. Так, ну что это что за задание? Совершите полный переворот. Давайте выполним. Вам за это дают 30 тысяч. Так, стоп, а как интересно перепрыгнуть, ну, полный переворот совершить? Я не понимаю.
интересно. Так, у меня, короче, идея одна есть. Может быть, тут попробовать. Я сейчас открою окно, подышим свежим воздухом. Ладно, мне нужно кое-кого найти. Вот так вот. Никуда вы не поедете. Вам нужен отдых. Так, нет, не то. Не, ну как перепрыгнуть-то, я не понимаю. Совершить полный переворот, чё за тупость? Хотя у меня есть идея. Очень интересно так. Во. Сейчас попробуем. Точка классная, да. Да как? Твою мать. Как еще выплыть, я не понимаю. Эй, ты не против, если мы кое-куда заедем? Доставь меня в аэропорт и не смей больше говорить со мной в таком тоне. Остановись! Прошу тебя, остановись! Без. Совершите полный переворот. Может, на машину на другую взять, я не знаю. Вот, допустим, сейчас я выберу. Машина. Нет, не то. Да, вот форт. Машину выбрали, да. За хрень. Ну где машина, та? Ее нигде нет. Выберусь из этого кошмара. Даже если ради этого... Короче, я не знаю, как это выполнится. Ладно, похер на это задание просто. Давайте выполним, я не знаю. Выполним вот это задание. Так, не понял, что там было. Выход.
Так, тут как бы что-то есть. Надо найти это место. Я помню, хорошее было. Где-то здесь, что ли? У меня не то место. Ой, блин. Надо найти еще. Это здесь же должно быть. И здесь вообще нахрен. Да не, где-то здесь прибавился, я помню. А вот же. Нет? Где то место, я не понимаю. Короче, давайте просто выполним сейчас. Не буду, если оставшись до задания, выполнять. Ну нахрен. Просто это выполним, и все, финал. Всем частям пострадал полицейский между Брайант и Краби. 2 минуты. 40:30 на место аварии. Почему место аварии? Кто говорил про аварию? Ты! У нас нет на это времени. Дави на газ. Между Брайантом и Крабом, знаешь? Я нормально выгляжу. Поспать бы не помешало. Так, доберитесь до места аварии. Возьми себя в руки. У нас потери. Ладно, ладно. Выключи это чертово радио. Ну же! Пытаюсь. Сейчас я эту штуку в окно выкину, ей-богу. Нет. С нашим позывным. Все будет в порядке, у вас все получится. Мы будем на месте через 30 секунд. Да мы уже приехали. Куда этот парень так торопится? Это Джерико, я за ним. Ты уверен, Джон? У нас другое задание. Забудь про это, мы возьмем Джерико. Что за да, черт? Вот все посемнело. Джонс! Куда все подевались? Жестко. Что с нами не так? Что стряслось с городом? Беги из кошмара? Это типа кошмар, да? Что за чертовщина тут творится? Я что, в конец рехнулся? Не сдавайся, Джон, не сдавайся! Я понял. Нечего столько работать по ночам. Проснусь за своим столом, как обычно. Нет! А вот здесь вороны едут. Летят. Какой едут? Еще не могу ехать нормально. Так-так. Я, кажется, движусь к выходу. Если, конечно, выход есть. Черт, аж мурашки по коже. Что
Давай, Джон, держись. У тебя все получится. Да, туда. Потому что ворона здесь. Мы должны ездить там, где ворона. На сегодня хватит. Пора остановиться и... Джерико! Еще Джерико? Что за бред? Черт, Джон, хватит вопросов и берись за дело. Это кошмар, да. Вот урод! Их слишком много. Я слишком на виду, надо куда-то в безопасное место, подальше, в город. Ну это изи. Тут, конечно, у меня карты нету. Ладно. А вот так вот, интересное задание. Да. Я думаю, конечно, вообще офигенно. Нет, эх нет. Ты! Вот это жестко. Так, ворот направо. Почти приехали. Да-да-да, это то место, где мы столкнулись с Джерико в самом начале игры. Да, вот типа опять то же самое. Куда он делся? Я тут уже был. О чем ты говоришь, Джон? Так, чувак, не отвлекайся. Черт, он сзади! Жмись, давай, давай! Сегодня нам досталось и мне, и машине. О, Господи! Как знал, что так и будет! Я должен это изменить! Должен! Сейчас изменим нафиг. Или опять тот самый будет? Джон, прости! Что? Опять. Полиция просит жителей центра Саус-Бич и прилегающих районов сохранять спокойствие и эвакуироваться. А вот цепь не проснулась. Я насколько был в коме. Известно, все это время? Выдвинуто никаких требований. Только предупреждение, полученное час назад. Полиция подтверждает, что это Чарльз Джерико. Мы только что получили дополнительную информацию от сил правопорядка. О, есть нет. Данные, что мы имеем дело с каким-то видом химического о, оружия. Нет, только полиция не это. Просит граждан покинуть я был машины, в коме. Чтобы ускорить процесс. Я его не остановил. Это вся информация к этому часу в программе «На улицах города». На улицах города! На улицах города! На улицах города ты ас, Рей! Нужно остановить его. Танер, черт! Танер! Джон, только не вздумай умирать! Держись, дружище, давай! Танер! 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 Я знаю, ты меня слышишь, напарник. Держись. Еще немного. Еще. А, типа радио выключили. Совсем немного. Так, ну что? Загрузка. Да, вот мы типа за ним опять. За Джерико. Сдайся, Тана. Расслабься. Хватит дурью маяться. Хочешь драки, Джерико? Ты ее получишь. Умрешь и не надо будет со мной бороться. Иди к черту, Джерико, я не сдамся. Я никогда не сдаюсь.
Так, едем за ним. А, я типа, иду за тобой. Разберитесь с ним, да? Слышишь? А, все, понял. А, да это же так можно делать. Понятно, понятно. Это свято. Если ты здесь... Ах, он хитрый. Что творит? Жесть. А давайте мы сейчас заново начнем, типа. Хотя нет, это рискованно как-то. Чёрт возьми! Так. Отлично. Плевать, едем дальше. Что? Хочешь напугать меня своими фокусами? Да хоть все машины в городе брось против меня, я все равно тебя уничтожу, Джерико! Я проснулся в больничной палате. Новости по ящику. А потом все сначала. Наверное, я сплю. Да, я сплю. Или в коме. Джерико уходит! Мне нельзя от него отставать! Пипец! Надеюсь, тебе весело. Не специально. Потому что ты тут, а тут... Вон. Заново, короче. Черт, моя машина слишком далеко! Пипец. Как он быстро уходит? Город, он как тело, Таннер. Улицы, ну, это вены. Ну, поворачивай, давайте заново. Давай сразу. Это зря, Таннер. Я иду за тобой, Джерико. Слышишь? Так, он продолжает ехать вперед. Я всегда знал, что этим кончится. Ой, я случайно задел микрофон, ничего страшного. Извиняюсь. Хватит меня! Ой, пипец, трудно, конечно. А, черт! Что? Хочешь напугать меня своими фокусами? Да хоть все машины в городе брось против меня, я все равно тебя уничтожу, Джерико! Джерико отправил меня в больницу. Хотел меня убить. Еще немного. Опять! Но не вышло. Это еще не конец. Куда ты повернул? Этот гад хочет столкнуть меня с дороги! Все, на. Мы его теряем. Мне нужна каталка, срочно! Держись, Джон, только держись! А, типа, Таннер умирает, понятно. Привет, Таннер. О, мы тебе здесь. Тебе тут не место. Моя голова. Вечно у тебя свои правила. То нельзя, это нельзя. Я знаю, что творится. Я понял, что это мой сон. Знаешь, это не сон, Таннер. Это кома. Ты умираешь. А, типа только его преследуем, да? Давай разберемся. То есть это все были новости по телеку у меня в голове. И я ничего не исправил. Но все равно, бомба Джерико — это полный бред. Матерь божья! Они летят, капец. Сосредоточься. Ну, сосредоточься. О, черт, как это так?
Жесть. Ё-моё! Пипец. В другой раз в коме я хочу яхту. Океан, рыбалку и чертову яхту. Как он это делает? Черт, все ведь у меня в голове. Без. Ничего. Встал. Не должны от него отходить. Нет, нет. В другой раз в коме я хочу коктейли. На пляже, на собственном чертовом острове. Интересно, так смогу сделать? Не, ну мы так-то легко уворачиваемся. Радуйся, пока можешь, Джерико. В реальном мире я надеру тебе задницу. Я не предотвратил ни одного из преступлений Джерико. В реальном мире. Но я точно знаю одно. А, только проследуем. Бомба с отравой — это полный бред. Изи. Давай, малышка, я знаю, что тебе нелегко. Но ты меня не подведешь. Это первое жесткое столкновение, ребят. Прочь, здоровье! Это бес! Вы чё? Слишком много ударов! Слишком много! Пипец. Трудновато. Куда? А все, куда исчез. Подевался? Наконец. Или это все? Я победил. Ты где, Джерико? Черт, хватит уже говорить самим собой. Так, загрузка. Скучал. Пару часов назад я нас обоих вогнал бы в стену, если бы так можно было тебя убить. Что ж, передумал. Пороху не хватило, что ли? Это все мой бред. Какой в этом смысл? Для удовольствия. Набить мне морду. Переломать ребра. Пустить кровь. Ты же этого хочешь? Так зачем себе отказывать? А дальше? Дальше мы все это повторим. Еще и еще, пока ты не собьешь пальцы до костей. Или не отдашь, наконец, Богу душу. Знаешь, кома — это удобное слово для умирающих. Кто знает, сколько у тебя времени. Не трать ни секунды на ерунду. Мы можем начать убивать друг друга прямо да сейчас. Да сукин ты сын! Вот так-то лучше! Что бы ты ни задумал, делай это быстро! В воздухе пахнет смертью, Таннер! Я буду задавать вопросы, урод! Ну-ну, посмотрим. Когда я очнулся, в больнице, в новостях передавали... Химическая бомба или... Это же не мой стиль. Джерико не террорист. И если это не вендетта или план мести, месть, то... скорее в твоем духе, Таннер. Хотя кто тут у нас в чьих мозгах, да? Да, это не он.
Он гораздо умнее. Спасибо. Стоп. Устраивать взрыв? Он бы не стал. А вот заставить людей поверить в бомбу... Гениально. Центр опустеет. Город будет беззащитен. Черт, я должен проснуться. Удачи тебе в этом. Так, все. Давай, Джон. Проснись. Ну же, проснись! Давай, черт возьми! Давай, черт возьми! Проснись! А, черт! Минуточку, шоссе в голове. Так, разберитесь. В голове. Джерико. В голове. Класс! Ладно, тогда я тоже могу швырять тачки. Правила поменялись, Джерико! И тебя ждет сюрприз! На, нафиг! Во! Подозреваю, что ни один психотерапевт в этом не разберется. Яблочко! Получи! Вот это я понимаю. Опять разбрасываешь игрушки, да, Джерико? Вот так! Ой, я типа себя защитил. О, черт! То есть, когда я сейчас прям жестко повредил его. Тебе крыш! Я сейчас тебя на запчасти разберу. Так, теперь я. Подавись этими железками, подонок! Кажется, ты загибаешься, Танер. Я уже слышу, как пищит аппаратура. Я просто беру разгон. Так, не уходим. Так, это мое. Есть. Это все у тебя в голове, Танер. Почему ты думаешь, что победи? Надо навалиться и... Я научился держать удар, Джерико, и меня ничто не остановит. Так, вот это вот мое. Давай, Джон, сильнее. А, нет, он проехал. Все на волоске. Я убью тебя, Джерико. Да что со мной такое? Так, вот. Че, все, да? Боже! Почти. Так, не уходим. Нет. Только не это. Есть. Так, все, Джерико сдох, короче. Терпи, Джон. Да. Надо подобраться ближе и его прикончить. Я его одолел. А теперь надо одолеть смерть. Все, Джон, проснись. Время пришло. Так, что мы теперь сейчас будем делать? Органы правопорядка пытаются установить, связано ли похищение листовой платины с возникшей сегодня угрозой. После внезапной эвакуации Сан-Франциско местные владельцы магазинов опасаются Джонс. Грабежей. Тонер! Тысячи перепуганных обитателей центральных Эй, чувак, районов как ожидают, же рад, что пока полиция наконец... перекроет последние Выключи, дороги, чертов ведущие ящик, город. Пока я в него не выстрелил. Эвакуация центра города продолжается. Силы правопорядка... Ложись обратно в постель. Ключи от машины. Тебе нужны... Штаны. И про машину плохие новости. Дай свои штаны. Что-что? Слушай, Джонс, у нас нет времени. Мне срочно надо в центр. Тебе надо оставаться в постели. Слушай, тебе нелегко пришлось, но ты несешь полный бред. Не говори со мной как с психом. Я понимаю, как это звучит, но я не свихнулся. Ты должен поверить. Ты веришь, да? Почти всегда. Ну да. Никакой бомбы нет. То есть как это нет бомбы? Это уловка. У Джерико совсем другой план. Слушай, поверь мне, я знаю, что говорю. Отлично. Но воровать себе штаны ты будешь сам. Спасибо. Крутая тачка. Вот и я.
Да, все, мы проснулись. Вот теперь это вот сейчас реально будет жизнь. Типа. Ну да. Ни хрена не розовая краска. План не ставит. Органы правопорядка еще раз повторяют свой призыв ко всем тем, кто остался в центре города. Немедленно покиньте этот район любыми способами. Пока мы располагаем крайне скудной информацией, известно о похищении большого количества компонентов для создания цианистого газа, которые предположительно были использованы для производства химического оружия. Полиция подтвердила, что угроза поступила от беглого преступника Чарльза Джерико, но никаких требований не последовало. Мы только что получили известие, что полицейские отряды саперов были выведены из центра города. Нам приказали эвакуироваться. Это произойдет? О боже, боже. Я вижу огромное облако газа. Выше зданий. Быстро движется. Нам надо бежать. Огромная туча газа ползет по улице. Бежим! Помехи? Капец. Связь не работает. Но почему яд действует на радиоволны? Так, я жив. Значит, это не цианид. Это просто дымовая завеса. Но зачем? Джон! Центр города. Что у нас важного в центре для Джерико? Бандиты. Заключенные? Побег из тюрьмы. Он в тюрьме. Офигеть, сколько бандитов здесь сейчас. Просто жесть. Получай, недоносок. Так, вот мы сюда приехали. А вот и тут Джерико. Неплохо. Наверное. Когда копы поймут, что их надули, ты будешь пить коктейли. А копы ловить беглых по всей стране. Ну а ты сам? Тратить 30 миллионов. Подаренных мне долларов. Сматывайся. В чем дело? Мой давний дружок. Сейчас мы наделим назад. От меня не уйдешь. Джон, ты меня слышишь? Ты был прав насчет так, бомбы. Погодите. Он отвлекал внимание от побега из тюрьмы. Подкрепление уже едет. Где ты сейчас, Джон? Я уже в курсе, напарник. Веду преследование в Соме. Еду на юг. Джонс! Джонс! На, уже половина. Что за черт? О, как дома хорошо. Все машины стоят. Давай! Ну что, понравилось? Сдавайся, Джерико! Что я творю нахер? Че это? Давай догоняй, догоняй. Не нравится? Сдавайся, Джерико! Тебе крышка! Уже дымит жестко. Никогда не надоест. Реальность. Мусорка. Что-то таких машин не видел.
Черт, реальный мир по мне соскучился. Джон. Алло, Джон Таннер. Аварийщики никого не подпускают к газовому облаку. Так что я тут один и еду к тебе. Все просрал. Джонс, я веду преследование. Джерика направляется к Хантерс Пойнт. Это похоже на Токи. Я понял, Джон. Хантерс Пойнт. А нет. Будь осторожен. Посмотрим. Я думал, что он все ушел от меня. И куда ты теперь денешься, Джерико? Самое главное, как бы он еще не ушел. Держись, Джон! О, как меня размазало. Что-то не уходит у него в жизни. А, вот. Нет, ну напарник, конечно, нам жизнь спас. Он просто идиот, Таннер. Он бы себя убил просто. Диспетчер, прием, это 40А30. Требуем подкрепления на старый склад Хантерпойнт. Джонс, у меня все под контролем. Ну вот мы поймали Джерико. Да ты мне чуть машину не угробил. Да ладно тебе, пара вмятин, ее только украсит. Ну что, может, дернем по пивку наконец? Внимание всем частям. Краденый автомобиль движется в сторону Марин Ридж. Говорит 40А30. Берем это на себя. Ты это серьезно, Джон? Что? Да, серьезно. Че, все, конец, типа, да? Да. Слушай, тебе же только что... Прошли мы эту игру. И... Джонс, опять за свое. Отлично, как скажешь. Но теперь я сяду в безопасную позу. Убери ноги с торпеды. Я обращаюсь со своей задницей. Ну, что я могу сказать об этой игре? Игра была, ну, немножко, конечно, скучноватая, там, что-то не хватало, как бы, экшен какой-нибудь, там, интересно, что было. Сюжет мне, если честно, не понравилось. Я бы по-другому сделал, как бы, концовка что-то не очень. Мне бы, вот, мне кажется, то, что вот в конце, я бы, вот, типа, один на один, типа, вот, машина сразилась, просто добить до конца, прям, вот, а не видео, как показано было. Ну, вот, в принципе, так. Всем огромное спасибо, кто смотрел
все видео, все эти прохождения по прохождению этой игры. Надеюсь, вам, ребята, понравилось. Хочу вам сказать то, что это уже... Сейчас я посмотрю, какую игру я уже по счету прошел. Это, ребята, уже 28-я игра, которую я уже прошел. Следующая, 29-я, будет... Это... Метро 2033 Redux. Я, короче, решил. Пройдем обязательно игрушку, она офигенная. Ну вот, ребята, всем спасибо, кто смотрел это видео до конца. И всем пока. Скоро будет новое видео про прохождение игры Метро 2033. Всем пока.